Че вас никак разбомбить не могут-то? Скажите одно. А ты бы как хотел, чтобы нас разбомбили? Ну я просто хочу увидеть, как Украина будет на коленях у России плакать, извинения просить за то, что они делают свои косяки, там, порить его и что-то. Міне, солай, құрметті ағайындар, қазір мына осы видеоны мен толықтай сізге көрсетемін. Мен оны ана Пан Василий, YouTube блогер бар ғой, украиналық блогер. Сол кісіден алдым. Соның сілтемелері сол Пан Василийдің видеосында болады, соған кіріп жазылыңыз. Енді міне, мына жігіт өзі айтып отыр, қазір толықтай видеоны көрсетемін. Сол жерде айтып отқаны, мен вообще Өзбекстан мемлекетінің азаматымын, қазақстандық емес, өз аты-жөнін айтып отыр. Бірақ та мен түсінгім бойынша ол алдап атыр соны. Өйткені ана Пан Василий өз каналдарынан интернеттен короче осындай міне қазір фотоны көріп тұрсыз. Аты, фамилиясы, туған жылы бәрі жазылып тұр. В общем, мен білмеймін енді шын ба шын емес па. Енді толықтай видеоны қарап жүрейік. Айтып атқан сөздерін естісеңіз просто мына вообще миы жоқ. Миы жоқ жас бала. Миы жоқ. Давайте қарап жүрейік. Ассаламу алейкум, құрметті ағайындар, сіздермен бірге сулы бұл азмаз қазақша біз бастаймыз. Че вас никак разбомбить не могут-то? Скажите одно. А ты бы как хотел, чтобы нас разбомбили? Ну я просто хочу увидеть, как Украина будет на коленях у России плакать, извинения просить за то, что они делают свои косяки, там, порить его и что-то. А вот что какие косяки Украина сделала, чтобы вставать на колени перед Россией? Не у меня же в России война. Не, ну вы же хотите, у вас же есть какие-то критерии. Дома пиво попиваю, а ты сейчас сидишь в страхе и трясешься, лишь бы тебе домой не прилетела какая-нибудь бомба. Да, да. А что, ты нацист? Ты хочешь, чтобы ко мне прилетело? Да, я хочу, чтобы разнесли Украину. А что тебе плохого сделала Украина? Ну, я не люблю просто украинцев. Ну, не любишь, зачем желать им смерти? Ну, я не желаю вам смерти. Ну как, ты сказал, что хочешь, чтобы разбомбила Россия Украину. Как это не желает смерти? Да. Ты ж определись. Я хочу, чтобы вас разбомбило, но я же не желаю вам смерти. Я хочу, чтобы вас разбомбило. Ну ты даёшь. Ну, вы свиней наших скупаете, жрете там, а говорите, что мы украинцы, мы не едим свиней, а сами такой. Не, подожди, давай вернемся к твоему желанию разбомбить Украину. Ты же так и не сказал, да. Что случилось, что у тебя возникло такое вот большое желание. Пошел к вам на войну. Что-что? Путин бы сказал, если мне идти на войну, я бы пошел на войну против вас. А вы из России? Я бы каждый дом стрелял. Каждый. Подождите, а детей вы из России или из Казахстана? Детей, я бы, знаешь, детей бы выводил, а вас я бы взрывал там. А ты гражданин Казахстана? Я не гражданин Казахстана. А где ты живешь? Узбекистан. А гражданин Узбекистана, да? Да. А при чем тут Путин к Узбекистану? Потому что Путин красавчик. Нет, какое отношение Путин к Узбекистану имеет, что если Путин станет гражданином Узбекистана? Я живу в Казахстане, я гражданин Узбекистана. А почему в России не едешь? А зачем мне туда ехать? Ну ты ж хочешь нас убивать, выводить детей, а нас всех распиаривать в каждый дом. Да. Мне пусть дадут гранатомет. Я говорю, я детей выведу с дома и тебе, сука, гранату в дом запихну, чтобы тебя разъебало вместе с женой и вместе с твоими родителями всеми. А ты нацист получается, да? Я не нацист. А как это называется? Желать смерти другим? Я тебе смерти не желаю. Я тебе сказал, я просто гранату тебе кину, твоих детей выведу, начиная от 5 лет, заканчивается 12. А 13? Я вас всех... А 13? Сука. 13. Он выйдет. А что, еще раз повтори, почему у тебя такая жестокость к украинцам? Потому что вы пи***ц, я говорю, материте наших, а я вас материю и вас ненавижу. Ну матери тоже, а зачем убивать? Ну, ты понял это? Ну я понял, ну смотри, мы тебя материм, и ты матери нас. Я могу вас обматерить? Конечно. Я тебе говорю. А зачем убивать? Не-не-не, я понял, но это же сейчас 21 век, смотри. Нет, ты смотри, боишься смерти? Один придет тот момент, когда ты помрешь.
Нет, смотри, я хочу умереть своей смертью, а не чтобы ты приходил и гранату кинул. Я гранату не буду кидать, я сдалека вот так гранатометом возьму с базуки и ебнул в твой дом, чтобы твоя крыша выше подлетела. Понял, что? Еще раз передам простой вопрос. Ты гражданин Узбекистана? Да. Ты никакого отношения к этой войне не имеешь? Нет. Что ты сейчас делаешь в Алматы? Какие Алматы? Я вообще в низовьях барашек пасу. Это где? Низовья, пески. Пустыня, ебаный в рот. Казахстан пустыней называют же? Называют. Я в пустыне пасу баран. А баран это кто? Или что? Животное, ешка, это ты. То есть ты пастух и приехал с Узбекистана на заработки? Да. И хочешь убивать украинцев? Да. За что? Да просто так, что вы материте нас. Кого вас? Ты тупой или прикалываешься? Мы узбекам не материм, мы казахам не материм. Что ты придумал себе? Да ну нафиг. Может быть, ты не материшь, но твои сожители твоего города, твоей страны, да. Они они матерят, и ты тоже. Кого материшь? Матерят? Сейчас... Казахстанцев и не только казахстанцев. Что ты себе придумал? Я захожу в Казахстан раз в неделю. Знаешь, я не первый день чат рулетки. Я каждый день не сижу, я все вижу и все слышу. Как тебя зовут? Валера меня зовут. А фамилия как твоя? Зубенко. Как? Зубенко. Валера Зубенко, да? Да. Так где у тебя же украинская фамилия? Да. Так ты и есть украинец. Как ты будешь своих убивать? Нет. Что нет? Я своих не я своих уже всех почти убил. Ой, Валера, ты мне кажется какой-то диванный этот батыр. Я 20 лет в тюрьме отсидел уже. Тебе 21 год, придурок. Кого 21, мне 37 лет? Ясно. А почему в Россию не едешь? Зачем? У меня нет российского гражданства. Ну, там дают. Все, кто хочет убивать украинцев, тем дают. В 2000 году я там служил в армии. Какой 2000-й ты, придурок? 2000-й год. Мне, бәрін өзіңіз естіңіз. Енді мен не айталам? Мне, осындай жас, жынды балалар. Я 19 жаста, 20 жылға әлі келген жоқ. 20 жасына әлі келген жоқ. Осындай жынды-жынды ойлар қайдан келеді оған? Конечно, оған пропагандистар қарайды ғой. Соловьев, Скобеев оларды. Соларды прям конкретно соларға сеніп, беріліп, осылай ойлап, армандап жүреді. Прям конкретно армандап жүр ғой осыны. Сол үшін мен уже 1000 миллион рет айтқам. Тағы да айтам. Ана Ресейдің теледидарларын өшіру керек. Міне осындай жаңалық қазір орыс тілінде сіздерге оқып беремін. Ана Ресейлердің телеканалдарын, в общем, Қазақстанда бірнеше телеканалдарын өшіріпті. Себебі, в общем, типа төленген жоқ па дейді, бірдеңке солай. Но, в общем, Ресейдің телеканалдары, в общем, тоқталдылды. Мен қазір сізге айтамын, цифровое телесемейство дейді Первого канала, включающая себя Первый канал СНГ, поехали, время, далекое и близкое, Дом кино, телекафе, Дом кино, премиум, музыка Первого, Победа, Карусель, Бобер и Одит. Мне осы телеканалдарды, в общем, енді Казахстан, біздің жерімізде, в общем, трансляциясы болмайды, типа, төлеген жоқ. Но он еще осындан Россия 2, ана Соловьев айтып отыр ғой, Скобеев, Соловьев, бәріктан өшіру керек. Еткен, мне көріп тұрсыз. Жап-жас бала, 20 жылға әлі толған жоқ. Мыйында, оның мыйы жоқ, мыйы жоқ. Сондай-сондай сөздерді айтып атқан просто таңғаласың кейбір кезде. Бұл менің ойым. Сіз өз пікіріңізді, құрметті ағайындар, видеоның астына жаз жеріңіз. Әңгімелесейік. Бүгінгі бағдарлама осымен аяқталды. Сіздермен бірге болған Сула, Азамас қазақша, бар тыныңызға сау-саламат, салам алейкум, арбидарчи.